Так, на Луне давайте Мути плюс Закинс, снимите Сальву. На квадратике у нас Химера, Череп, Колхоз, Крест, Характер. Звездочку на меня желательно напулить. В принципе, могу сам взять, но желательно было бы напулить. Чтобы было проще. Меня хилит, давайте... Джесс Драгус, White Mage хилит Колхоза, Циля, Валант хилит Характер. Ну и рейд, соответственно, через Характер. Рейд и чек на пул. У нас там будут спит. Ну а где это? Вот это. Чудо-юдо наше любимое. Слушай, погоди секунду. Дайте точечно по химере. Не хочешь себе у Кискиса взять? Но тебе не будут свапать. А мне не надо, чтобы свапать. Хорошо, все, вопросов ноль. Потому что я по два твиста стою без ВФ. Хорошо, все хорошо. Ну ты понимаешь, Фалан, да? Всю долю ответственности теперь. Да, что ему воткнул и все. Еще раз, ready check. Ты без всего, Каст. Точечно по химере дайте МП5. Это маг. Кто сальву кидает, точечно по химере МП5. Мути, давай на меня на пуль звездочку. И мы стартуем. Отведите от Луны череп и крест. Белла, сдали, играем. Не уроните хантов, пожалуйста. Че, за лаги нет? Да нет, ручок. Хреново, что Лорд Тоннель у нас просто на старте умер. Следующий Силхантер бан. Если что, Гута так и не поменял. Поменял. Ебать. Буду драп умер. Логи хотел записать. Логи, выписал. Химеру уронили. БР Химеру. БР Химеру. Пускай набирает 3. Колхоз? Натон подошел. Натон я подошел, Натон своровал. Пока на хилах. Закинса вы уронили. Ну, на Натоне, понятно. На Натоне босс. Не спел? Играем, пытаемся. Бляк, двинулся, сука. Натон на хил. Посмотрите, пожалуйста, сбитие костов. Просто ради интереса. Сейчас, блядь, все бросим, будем смотреть сбитие костов. Не, после босса. Кто-то косты сбивает ему. Воруйте щит. Отлично. Так, ходим. Характер. Иди потусуй рядом с Луной. Чтоб тебя точно не убило, блядь. А меня и не убивал никогда здесь? Да хуй знает. Почему я на тону в Умане вообще не вижу? Скорее всего, из-за того, что он спекался.
Ну, если спекаетесь без релога, то там проблемы с отображением. А, ну заебись. В смысле, нету, у тебя он есть. Я тебя вижу всегда обычно. В предметре. Потому что милики идут на босса, потому что если они подойдут к луне, луна кастует вспышку и все. И это проблема. Добейте луну, там чуть-чуть осталось. Все отлично. Квадрат-то будет бить кастера? Там 200 тысяч. Ну там скорее про урон речь. Ох, ты там слышишь. Халф, заебись. Щит воруй. Спасибо, Гудочек, что ты не отходишь, тебя хилят вместо того, чтобы похилить меня. Хильте колхоза. И Джесс какого-то хуя спускается вниз. Да это нормально, стоял всю дорогу. Колхоза просто хильте. Не уронить его, у вас там хилов нету. И в фирвар дай на него. White Mage. Тибор поставил. Чипать. Если это поможет. Не особо. А, нет, поможет. Вот сюда вот так. Дочка особо никуда не денешь. А, за место муть. Ты хоть как-то наносит урон. Да, фирвард поставили. Ладно. А, ну там 3 секунды еще КД было, ладно, заметим. Колхоз, зачем босс убежал? Колхоз таун. Ой-ой-ой-ой. Вот стой на месте, пожалуйста. Валан, ты будешь ставить тремор? Я ставил, отлично. Блядь. Отлично, Джеза опять убила. Просто замечательно. Добивайте босса до следующего фера, блядь. Валан? То, я тремор поставил, он стоит, смотри. Он стоит. Похуй, рейд, теперь ты ставишь дополнительно. Просто пиздец грязный килл. Да там что-то сам, ну, как бы начало все по... Что, блин, пизде пошло. Резать меня. Я так и не понял, как, блин, ну, там умерли, как бы, ну, там кастеры в начале. Они просто переагрили, или что там произошло? Да, там мобы подбегали, и щелк, все, нет. Ну, вот здрамп лежит. Что? Рядом со своими логами. Опять эта шляпа. Пять, четыре, три, два, один. Никому, значит, на диск. Герман Дизель. А я поставил там плющик. Она тебе не нужна. Ну, у меня никакой нету просто. Ладно, похуй, держи.
Это кал. Да? Ну, типа, никакой... Желающий вар, приз, друид, плечи. По мейнспеку сначала. Сливан, у тебя плечей с шахмат нету? Нет. Значит, рольте Джесс Сильвана. Уступаю Сильвана. ГЦ Сильвана. Хантер, маг, варлок, желающие варлоки. Кукуруз ГЦ. Бафайте меня, пожалуйста. На фул ремаф вообще надо. Буду драп еще не встал, он, наверное, курить убежал, да? Бля, он заебал просто. Я вот пробегал, реснул его, бля. Вот, он писал вот. 2 минуты фекологии нервные. Курить ушел. Нет, Т4 не за ГП. Кто там у нас был на замене еще? Я тут. Психолог и фологос. Ну, буду очнуться. Дальше. Тащим сюда. Кресту сбивать косты, орда садишься, сбивать косты. Хорошо. Стакнулись. Дайте сальву помогам. А ты уходи курить-то, когда дают бафы. Я в туалет ходил. Я ну встань, а потом уходи, ну господи. Ну, да. Рейд, чё с Сталевой? Да я. Дал. Нету? У тебя 19 тысяч. 19 тысяч при ну, Сальвой ты не наберешь за такой короткий промежуток. Я не вижу там Сальву. Блять, Рейд. Запуливаю следующую. Сам запулился. ГФ будет? Почувствуй мою любовь. Угу. Каждый раз, когда двигается, я не знаю, там, видимо, по какому-то аддону пикселя оценивает, когда надо переставлять. Но когда двигаешься, надо заново запускать цикл. Ну, там, видимо, каст-секвенс, и он не 8 секунд. Буду ресните и ребафнить его быстро. Он опять сдох? Ну, в него чаржнулся, потому что он какого-то хрен стоял далеко. Он меня откинуло туда. Колхоз нам все, погнали. А отпуливаем назад, если запулится вот это, то берет характер. Назад. Все назад. Давайте. Стоим.
Бейлор просто колоссально херячит, как для шипы. Да. Бейлор знает, как играть на шипы. И это охуенно. Нажмите на столик, пожалуйста. Спасибо. Так, все, все готовы? Погнали. Я сбиваю кресту. Угу. Кто-то на... Луну, сядьте, пожалуйста. Фир. Тремора, пожалуйста, сюда ставьте. Атмосфер дает пусты, но надо добивать все. Угу. Бля, как меня заебало, вот типа с кастерами такой проблемы нету, а вот с этими вот ограми, брутами, вечно проблема с тем, что они обходят какого-то хера, как ёбнутые, слишком далеко. Одного мага с варлоком надо вот местами поменять. Сейчас. Готов. Вернул обратно. Я совсем забыл, что там Лорданель умирал. И я его переставлял. Тимир, ты же у нас сейчас в файре, да? Да. Ну и все, значит. Я покушаю и стартую. Локи справа, да? А, сейчас я вам скажу. Так, давайте групп 4 направо, групп 3 налево. Фулл составами. А, пиксель, понятное дело, в этом. Зачем кукуруза? А, ну типа спасибо, но я такое не пью. Выпало. Понял. А... Дальше, групп номер 5, Батчер, давай налево, Джесс, вверх-лево, ну, типа, фактическая правая его нога, Вайтмейдж, фактическая его левая нога, Здравус, давай с этой стороны, Циля, с левой стороны от входа. Киллиан с правой стороны от входа где-нибудь располагайся. Радичек на пул. А что ты колхоза забрал? Кас, не хочешь попробовать? Дай колхоза. Дай колхоза. Отдай отстаньте. Колхоза, блядь. Отдай колхоза. Да Кас. Тебе этот крит ничего не сыграет. От жуки. А что? Не хочешь попробовать накинуть на него майнцуз и прямо к нему вплотную вставать и сразу лить? Ой, да похуй. Ну ладно. Погнали. Пул 5. 3, 2, 1, вперед. Сейчас первый удар пройдет, и можно будет бейл давать. Ждем. Колхоз, чё с тритом?
Фраги нет, не критует, сейчас встал под кам. Первый удар. Ну тихо, блядь. Так-то. Волан, БЛ. БЛ и БЛ и БЛ и все. Пиздец, как нас убило с Локом, когда мы вдвоем с ним только линковались. Да, там, скорее всего, прошло про другое время. Когда вы прыгнули. А, накиньте этот, миссы, ханты, пожалуйста. Спасибо. Ох, ебать. Нихуя себе. А куда деться? Походу пизда. Волан там на 20 хп. Я тоже. Жесть. Чуть сердце не остановило. Кор, киньте. Да, последний третий стак не вешается. Колхоз, осторожно, у нас там разница с тобой вообще копейка. Кабана нажал. Дикут фаза пошла. Сейчас ударит. Да. О, блять. Блин, так надеюсь, что переживу. Салам своим. А ты можешь кош юзать, получать урон, но при этом тебя успеют отхилить в этот момент, по идее. Нет, это физический же эффект. Похуй вообще. А где тотема тут? Нет, груляй выпал. Ну так бы я тебя точно не обогнал бы. Желающие. Хилы. Еще я хочу. Че, хилы никто не хочет этот глаз? По идее он пристал. На офспек. Живая Джесс Цида. На офспека я... Нет, это на мейн спек, он Джесс Цида. На мейн. Кому ничего не надо, летим уже к ТК смунить? Да. Цель АГЦ. Починиться не забудьте. Не-не, все ништяк. Я тоже как бы средний как бы. Желающие. Балант, еще желающие есть? Да, это на мейн. АГЦ, Балант. Маг, Хантер, Варлок, желающие. Приоритете Варлоки, наверное. Кукуруз.
Паладин, рога, шаман. Что, желающих нету? Успех, характер. Ты на успех тоже? Пароль. Ну, ёпта, знал бы, тоже бы не улетел. Рейд ГЦ. Так роль тебе передадут, оно же передается. Я бы на танка уже начал собирать. Ты не хочешь играть танком? Бля, всякое бывает. Так, ребятки, давайте так. Так, сейчас ДКП выпишу. Починитесь. Бля, я опять гильдии все выписал. Да ёба народ. Мы тебя любим за это. Да, мне-то похуй. Проблема просто в том, что я вылетаю с сервера каждый раз, когда я это делаю. Ну, сообщения не было. Сейчас посмотри, там просто у всех появилось плюс 25. Да нет. Слушай, ты говорил похер всем, не всем, но там бомжи с приоритетом топ-1, короче, стали. А, Хал говорил, да похер, всем же выписались. Но как бы есть чуваки, нет, которые... Это не совсем похуй. Так я про то же. Надо снять всем. Там твинки, чтоб ты понимал, просто, когда он в прошлый раз выписал, там все твинки и все чуваки, которые с нами ни разу не приходили, в топ-1 приоритете, потому что они ничего не брали, и у них там 150-10. 15 приоритет, понял? А чё, все поливали? Никто не ливал. А, у меня... У тебя грузится просто эта хуйня. Или фреймы подвисли. Да, мне надо релог, блядь, делать. Блядь, этот ебучий ПФУИ. Да просто подожди, оно, по-моему, ну... Оно, там, ну, и да, и нет. Оно просто, ну, как бы даже у меня грузится на, как бы, стандартный... Ордос, и да, и нет. Там проблема в том, что это усугубляется еще по фуишкой. Ну окей. А, нихуя себе у меня... А, я понял, почему у меня ничего не крутится. Да, ну похуй. Я там вообще, конечно, не сохранился, поэтому он, грубо говоря, сейчас заново будет прогружаться. На мне его инвайтится? Да, сейчас. Пойдем магу душить? Нет, магу душить мы пойдем после робота. Окей. Да, фар, сейчас быстрее на робота забежим. Да. Сейчас быстренько вай, да? И потом на магу. Я такое уже слышал. Ключевое слово быстренько? Да, зашли и вышли, блядь. Фастиком. Ключевое слово, что у меня сломаны рейдфреймы, я нихуя не вижу. И это охуительно, в скобочках нет. А, выйди из группы. Так, колхоз лидер дал. Заинвайтите меня. Слушай, а мне и на Т5 плечи нельзя, да, роли? Нет. Колхоз, ты лидер, кини инвайт касту. Так, ну, тебе, наверное, с Гидроса. Да, когда Гидрос? Да неизвестно, когда Гидрос погибнет. Причем тебе оба можно с Гидроса на выбор. Колхоз опять отошел от колхоза? Нет, мне только... Он сидит, пиздит. Ну и долбоеб этот колхоз. Ну, в следующий раз давай, значит, лидер тому, кто всегда... Я дал тому, кто был у меня во фреймах. Единственный, ну, блядь. Долбоеб. Дай пати, блядь. Стан за инвайт. Сука, заебал весь стрим, а не рейдить. В смысле? Благодарю, а теперь лидера отдай. Спасибо. Это вспомнил, знаешь, раньше... Да, кто... все время себе бубните, я не слышу. Вот кто что это вы... сделал? Ну, слово долбоёб, ты слышишь прекрасно. Кто это сделал? Все рать начали, будут... Нет, мы спокойно сказали. Кто-то первый будет заходить, нет? Запустите Хелфорда, лидера ему дал. На этот случай. Я захожу в рейд или нет? Ну, я, в смысле, зашел, я думал, на ДКП или я на замене. Охуя. Куда ты, ну, зашел? Ты в пати, все правильно, все окей.
Блять, ну какой тут вход, я нихуя не помню. Правильно. Большая. Главное здание. Самое нижнее. Так, а кто у нас там еще психолог был на замене, да? Так ты же уже выписал. Ну, я выписал, блядь, всем. Это не считается. Не, я имею в виду, ты же годовал там в начале по 25. Или это типа... Это за убийство короля и за убийство Груля. За убийство Груля я только что выписываю. Сложно, пиздец. Бля, это неудобно, надо что-то немножко с этим придумать. Надо на консул переходи, блядь. Иди нахер с консулом. Мне только споры и не это. Слушай, а если ты назначишь какого-нибудь офицера, чтобы он вместо тебя начислял, я к тому, что... Фокус? Проблема в том, что фокуса сегодня нету. Так назначь Халфорда, он стабильный, он с нами играет уже 27 лет из своих 72. Это только в этом миллениуме, блядь. Так, блядь, я психолог найти в гильдии не могу. Он даже курить не ходит, пока все вайпнулись, или за 10 минут. Уточняющий вопрос. Я в рейд иду, правильно? Да, ты идешь в рейд за место кукурузы, которая идет фармить, отдыхать, не знаю, что делать. Свапни меня с фары, у него посильнее урон. Да, сейчас я все сделаю. Хелфорд, ты зашел, да? Да. А теперь возвращайся не лидера. Он зашел первый, и потом мы все заглянули. А что ты хотел сгенерить на Хелфорда? Тринька у Рогов-то, в принципе. Если да. Выпадет, будет заебись. Это, пожалуй, единственная шмотка вообще, которая нормальная, блядь, с этого босса. Ну, там ты 5 сейчас... плечи. Не, ну понятно, токены, короче, и вот эта тренька, да, все остальное, по-моему, просто помойка. Да. Ну, тринки, ну, блядь, по-моему, пиздец, чересчур охуенно. Блядь, на 15 секунд косарь армора для Роги, это, блядь, целая да. Вечность. Да. Чуть-чуть, да, 1%. Ну, да. Хейлфорд! Это... Он что, тоже ушел, блядь? Похоже, да. Как тяжело с АФКшерами. Шапка неплохая на мага всю, кстати. Ну вот плохо, что без меты. Сейчас смотрите, первый же трэш нам просто надает под хвост, блядь. Да. Так и есть. Ну, выход-то вот рядом. Не-не, тут такой трэш, что ты добежать не успеешь, блядь. Нет, он к тому, что типа далеко от портала не отходить. Прям в портале, блядь. Не, ну мы-то с тобой, блядь, профессиональные в этом деле, блядь. Ты помнишь нашу ботанику, блядь? Я бабл выжимаю, блядь, и сразу на лыжи, блядь. И Хирстон. Чтоб подальше. А я как только вижу на тебя бабл, уже съебываюсь, блядь. Уже поздно будет. Причем на мне бабл, ты видишь, уже из Фейндеса, да? Да. Блядь. Чего там, Каст? Ну, блядь, Хелфорд ушел в АФК. Только похвалили. Не, он просто обиделся, что ты сказал, что ему 72 года. Дедушке надо отдохнуть, погодите. Может, он решил пару страниц этой самой книжечки на диване читануть, пока мы собираемся. Надо срочно прочитать абзац, ебать. А он контроле, да, тут? Он должен. А похуй на контроле, я метки расставить не могу. Ну, а давай, колхоз это... тебе дал, да, лидер? Да похуй, ой, погнали. Я Хелфорду дал лидера, чтобы он зашел и сгенерировал лут. Проблема в том, что это магическое чудо наше. Взяла, ничего не сказав, съебалась. Сразу после. Охуенно. Казочный волшебник. В следующий раз мне тогда давай, если тебе маг надо, чтобы создавал. Нет, мне нужен именно хелфер. Будудрап у нас постоянно курить ходит, и этот тоже курить ходит на балкон. Да заебали давай. Просто. Просто слева направо, первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой моб, все. Хуль мы сейчас ждать его будем? Да он метки не может расставить лидера, я сестра не могу. Метки расставить, блядь.
хорошо, вы, блядь, слепые, самые первые. Да, люди второй. Слепые. Это первый. Второй — это второй, третий — третий. Просто кто что танчит? Пример, все, шевелит. Тихо. Ждем, блядь, с Хелфорда. О, все, он пошевелился. Алло, старый, давай. Заебись. Лидера давай ему. Лидера дай. А? Охуенно. Б, блядь. Блядь. Старый, блядь. Что, это вы раскричались тут? Я нам каст уже личку в Дискорде порвал, я смотрю. Так, я с ней двух, контролится или не контролится, но для контроля вот он. Луна, что там? Луна, трусы, квадрат. Луна, Хекс, Хелфорд, трусы, Хекс, Буду, Натон, Хекс, квадрат. И давайте ромбик, Хекс, Химер. Секунду. А зачем судьбу испытывать? Натон, здесь все контролятся мобы? Овцуются все? Вот, по-моему, Даймонд танчится. Это, по-моему, какой-то солдат. Я просто стрим смотрел там у Варлока, его точно танковали. Или это Паладин, блядь, который там себя это может снять, не знаю. Вот, а вот Натон говорит, ромбик, и такие, как он выглядит, он с себя снимает контроль. Вот. А, ну окей. Значит, него играть надо. Значит, колхоз его сейчас будет танчить, и мы его убьем первым. Крест. Крест с звездой. Крест со звездой будем танчить мы с характером. Характер. Да. Ты сейчас будешь на кресте. Мы куда перейдем? На себя? На себя и развернуть. Понял. Они клеивают. Давайте. 3, 2, 1. Магия, с вас начинаем. Квадрат. Проходим в комнату. Там патруль, он сейчас вернется. Но он в любом случае, блин, с улицы мы его... Там крутятся солдаты. Ну так, блядь, отойдите от них. Ага, одного выбили. Ладно. Захексите квадрат? Ага, за... Нет, не захексите. Я не могу это, получается, танчить тогда квадрат. Ну, значит, феряйте ее. Да. Я лужу продолжаю? Да. Давайте квадрат убьем. Череп поставил. Характер хил. Блять, я пошел перещипать, меня убило. Там Верлин. Играем, играем. Пока что можно. А череп там не достать оттуда? Отлично. Характер контроль. Да я там урон нанесу, наверное, конечно. Ну да. Максимум, что он может дать, это стан. Можно я ему где? Уже все, бля, поздно. Ну ты не стесняйся. Ой-ой-ой, что делает, что делает? Отвернуть надо. Вот, вернуть. Вы отойти должны. Я в углу ее, блядь, танчу. Она просто вокруг себя начала кастовать это... как он? Ну, как эвокейшн, только огненный. Ну, ты дура ебаная. Ну и, в принципе, мы справились до прихода патруля. Ничего себе. Ну, как бы смех-смехом, ну да. Ну, молодцы. Вортек, ГЦ, Сильвана, тебе сколько осталось, получается? Ну, этот взял еще 2. Еще 2, хорошо. А чё, а я тут загребущий, а? О, пиздец. Ну, кстати, умерло очень мало народу. Я думал, мы сейчас забыл, парни. У нас хилы охуенные, они умеют охуенно хилить, но они не умеют не хилить, как вы выяснили на Гидросе, блядь. Так их зачем заводили, блядь, чтобы хилили? Вот они и хилят. А вот теперь извинись. Джеза порвала, Джеза порвала. Ну и ладно. Так, Бейлора рестите, пожалуйста. Дайте Бейлора слава. Нет, он типа... А, ну он релок, и скорее всего вылетит из-за этого. Нет, так он живой вроде был. То есть до смерти будете хилить? Разумеется, до полной. Ну ладно. Каску помогаем.
А сейчас патруль придет, я какого беру, правого? Я возьму вот этого, череп, и через него сыграем солдата. И этого ты возьмешь. А, я сразу двоих. Ты сейчас на Луне, да. Нет, ты на Луне, колхоз на кресте, а на черепе. А мы патруль будем ждать, да? Ну да, он уже сюда идет. В чем смысл ждать? Мы просто не успеем убить. Плюс пока Бейлор перезаходил. Он уже сейчас скоро будет у нас, да. Так что... Фара, нам нужен этот аспект? Какой у вас аспект? Натура? Да. Нет. А, я в ман-контроле был, мне скинули аспект, поставили. Угу. Так, крест с луной давайте вы по углам разведете. Один сюда, один в ту сторону. Луну, наверное, правую ложу, получается. Да, а череп я, наверное, вот здесь подержу. Только дождись. Но он говорит, череп не убит. Что? Милик, он же Милик, он говорит, череп не убит. Заткнись, Химера! Что еще раз? Не, ничего. Все. Воспуливайте. Отходить, Милики. Вас, ну, надо было внятнее сказать. Так, на том же вам писал, что Милики не подходить, он вам въебет. Характер хит. Характер. Тебе надо, блядь, нормально жать кнопки. У меня все нормально. Ну почему ты тогда орешь, что типа хилите? Потому что я там что-то 5 секунд не хили, я такой, что-то уже хп заканчивается, ебать. Ну. Я там даже тригу прожал. Какую? Ну, там на блок? А, ну да, у тебя же часики. У меня также крест. Да. Пройдем в следующую комнату. Луну, квадрат, ромб, хекс. Сейчас я звездочку поставлю для себя. Звездочку для себя поставил. Пройдем, наверное, в ту комнату. Колхоз, череп подальше. Ну, типа, вот в эту часть комнаты заводи. А звезду с крестом мы с характером по углам поставим. Давайте, 3, 2, 1, с хиксов начинаем, ребят. Давайте. Свой угол занял. Ромбик-то, алло. Сейчас МК-шить будет. Диспел стан. А шо убило? Тебя убило то, что ты стоял, блядь, с звездой. Я сказал, я занял свою эту, вы все сюда поджались. Ну, окей. Ну, ты же видишь, где я стою со всеми. Я не буду видеть, где ты стоишь. Это твоя задача позиционироваться. Крест дальше? Да. Ну, давайте теперь Луну убивайте. Зачем ты сюда ее ведешь? Можешь отвезти, чтобы мы не сбивали овцу? Бля, колхоз, ты просто гений. Реконтроль, ромба. Я уверен, мои подписчики так говорят. Кор повесить. Где-то тема. Каст. Сейчас меня взяло в майн-контроль. И, короче, майн-контроль, это как его, прожал мою расовую и сам себя снял. Заебись просто. Гений мысли.
На компьютере просто гений мысли. Ну да. Ты что? Там какой-то рецепт лежит, эпический. О, эпический рецепт. Это что, лазерворкер? ПЦ... Сейчас, подожди, это что у нас? А, есть... это боешка, это в банк. Нет, стоп. А, не, нет, это боб. Нет, оно бобовское. Так, а сам... Рецепт моб, а сам нет. А сам поезд бое, окей, так. Хороший, кстати. А, Закин, у тебя он есть? Не, все, ГЦ тебя. Все. А что там нужно на него? А, ну, Незер Вортекс, я понял. И Вортексы. Вортексы. Жирная хуйня. А сам этот чел где сейчас? В ДПД? Смотрите, Луну квадрат мы контролим, трусы звезду хилит характер, танчит характер, характера хилит джаз. Череп крест мы сюда с колхозом заводим, а характер будет там стоять и танчить мобов. Я стою там в воротах, получается, да? Ну, можно в воротах, может прижаться к одному из кристаллов, без разницы. Маги подошли на позицию. Лучше в угол, а я в другую. А я могу включить тарелку? Да, только тогда давай ты начинай с тарелки. 3, 2, 1, тарелку запускай. Алло, блядь. Ну, характер как обычно. А я не достала просто эту дуру. Ну, подойди. Ну, так скажи, ёпты. Блядь, колхоз, крест бери. Ну, крест на мне. Блядь, характер, сука. Я забыл, извиняюсь. Мне Ка сказал свалить. Да похуй. Главное, чтобы вас просто не убило. Нас-то не должно. Ну и отдыхайте, чё. Это не тот, который крутится. Это тот, который умер. Хиляется, видишь? Да похуй, не ебётся он отхиляться. Отведи в угол характер, я с другой стороны стану. Давай Луну, может? Эти крутятся. Решипнул Луну. Я сдох. Ну все. Решип. Так, дал решип. Череп поставил. Осторожно, Сауе. Блять, только что сказали, что? Гудочек. Осторожно, Сауе. Нахуя ты жмешь? Причем не сорвал, ты выбил! Ты выбил из-за овцы, ты понимаешь? О, боже, блять. Это третий моб. Да, одного танчу в этой, в овце, и еще, блядь, одного, который бьет меня. Охуенно, просто гудок, честно. Ой, вовремя меня. Он овцу не гладит, он просто на нее орет, ругает. Чтобы она агрилась на него. Луну добиваете. Отлично, последнее. Крафтер, как ты умираешь? Я не знаю, меня почему-то не отхилило. Красиво. А мне кажется, он там в угол забился и просто... Там Джесс умер, который его хилил. А, понятно. Потому что человек, который, вернее, мог, он по коридору гулял, крутящийся. Этого быть изначально не должно было, во-первых. Во-вторых, крутящийся надо ставить в угол. Забрать, так и было, да. В угол надо ставить, и все. Тогда будет все хорошо. Да, это просто характер должен учиться, сука, танчить. Иначе мы его заменим, блядь. Да ладно, придрочься. Блядь, жалко, пиздец, там шмоток у меня. Все будет хорошо. Да, жалко шмоток, а мне жалко свои нервы. Потому что ты что просишь характера, блядь, что не просишь, толку ноль. Просишь его, не умирай, все равно подыхает, блядь. Нет, просишь, ну научись ты, если ты хочешь, ну давай. Мы в тебя закинули, все должно быть ок. Да, ну там две кнопки, я хз, это, блядь, ну типа, что ты от него хочешь, блядь, чтобы он три жал? Бабл там... и покинуть тело?
Побол ХС. Не, ну типа там этот щит, блядь, и лужа больше. Натон, ты нет. Говорил про этот пак, что нам сейчас стоять в комнате и танки должны привезти? Да. Они чаржатся вроде насмерть, блядь. Да. Так, ну, тогда чего насмерть. Все побежали? Короче, характер. Вот ты сейчас должен спулить один из паков. Мне, в принципе, без разницы. Я ставлю просто на мобов меточки, чтобы можно их было забрать. Мы с характером, мы с колхозом заберем элиток, а ты должен вот этих вот мелких всех собрать. Окей? Дракончиков, я понял. Да. И все должны просто быть прижатыми в угол, чтобы не летать, ребят. Хорошо, вопрос. Прижмитесь, такой. Пожалуйста, по углам. А я вот так в стенку стою, нормально будет, да? Нет. И сначала вот надо залить все АУЕ вот это вот говно. Я буду пулить или ты? Ты должен спулить. Характер, окей, блядь, не тупи, окей, пожалуйста. Сейчас на тарелке шмальну в левый пак. Давай. Череп. Готовы? Да. Быстрее, там справа идет такой же. И ты должен сюда залосить. Сало, упрись, да. Ебалом в угол. А, блядь, ну, характер. Мне сало дали. Бля. Нет, дело не в этом характере. Угол заебал. Бай. Пора на выход. Я спросил, мне как, типа, в стенку встать или как? Блядь, да, да, блядь, характер. Ты сказал нет, блядь, ты нет сказал, ебать. Ты сказал нет. Ты дурак? Я тебя спросил, мне в стенку встать? Такой, нет. Я хуй ты знаю, сказал, что... в проход встать. В проход. Ребят, с которого тебя выбьют. Починиться. Там Натон говорит, что он знает. И как бы, как там это... Я склонен ему поверить. Там дымочки он покидал. Там дымок стоял на комнату назад. Он сказал вообще всем, кроме того, кто пулит, стоять там. Чем мы бежим? Перед коридором. В смысле бежим? Тут по-другому не получается. Встал, да. Полетел. Тут 10 метров лететь, народ. Давайте. Говори, говори, Натон. Да я иду, подожди сейчас. Воду. Мне баф, подожди, надо бафнуться, куда ты меня зовешь? Сейчас мне бафать не достану. Да, я понял, они просто сало кидают, и я только понял, потом после его лужу кидаю, ухожу в угол правый там или в левый. Насколько я понял, да? Ты просто запуливаешь через тарелку, кладешь лужу и бежишь сюда, ну, к нам в комнату. Все. И еще при этом высираешь лужу снова по откату, чтобы они все прошлись. Только когда будешь танчить, спиной в угол встань в какой-нибудь. Да. Вон, тебе Натон сейчас показывает. Вот, ставлю на него печеньку.
Да, я понял. Две лужи я успею кинуть как раз, и будет заебись. Потом здесь стану. А в это время рейд убивает череп-крест. Да, я понял, я понял. Или заливает, в зависимости от... Ну да, значит, заливает мед. Сейчас хавчик и стартуем. Да, без проблем. Готовы? Да, давай. Читайте чат, там говно кидают, пишет он на том. Блять. Ну ладно, хоть они съебались. Резьте его. Да, они близко просто были, я это. Типа, я могу вот так просто сделать. У него будет и хант, и это. Сейчас 7 секунд характера, и я тебе Павчик. Кричу. Давай. Закинс, отключи, пожалуйста, аспект. Характер. Дай с ним пройти. Сейчас справа есть возможность то же самое спулить. Просто... Все, заебись. Нормальное расстояние. Сейчас будет. Хорошо. Сейчас будет вторая лужа проходит. Встаю в кристаллик. Что лужу? Хильтесь. Бля, не вытянул. Встань в угол опять. Другое место. Вам надо залить быстрее. Тяните. Правильно. Характер, ты куда его... Меня швыряет из угла в угол. Ну ты, сука, встань в угол. Ёбаный рот. А жизнь веселый карнавал. Слышали песню такую? Характер. Ну упрись ты, сука, в угол. Вот в этот просто угол встань, все. Я и стоял, меня просто выкидывают оттуда один хуй. Ну а как тебя оттуда может выкидывать? Вот я сейчас стою рядом с тобой. Объясни. Я понял, в чем дело. Там, куда Антон показал, там может выкинуть влево, когда я тут вышел. Все, мы поняли. На том, блядь, ты виноват, короче. Да не, не. Хуйню какую-то сказал. Все. Вот у характера бракованный паладин. Бракованные, блядь, руки на паладине. Нет, типа мне просто сказал на том сюда встать, и меня с этого угла почему-то выкинуло. А вот если здесь вставать, вот именно в этом углу, все охуенно. Ну, классно. А теперь характер надо просто повторить. Да, я понял. И уголочек правильно выбрать, сука. Это разобрался, все, заебись. Все охуенно, все классно. Готовы? Да. Давай. Далеко убежал, лучку да убежал. Лей лужу. Колхоз упрись просто сейчас в угол. Навис в его. Бля, ну... Ладно. Таунт, ай, блядь! Перегал я. Ну да, нахуя ты там ДПСер? ДПС накрутить. А, понятно.
Ну все нормально, они вернулись обратно. Блядь. Мои птички вернулись обратно в гнездо, блядь. Там вопрос-то не в этом. Нахрена Буду вообще как бы трогать птичек до того момента, блядь, пока мы тут не убили. Тут ты еще пойми, Буду, что у меня там сало по КД, блядь. То есть я даже таунт-то не смогу на тебя нажать при всем желании. Да. Окей. При этом еще как бы это характер, у которого СПД ни хера нету. Это не БТР. Еще один, ну, рецепт упал эпический. Оплейт. Ой, сочный, кстати, вообще прям боец. О, пояс, которого нету у этого, у фокуса. Нет, это не тот. Это тот? Нет, у него нету паладинского. У него нету? Этого пояса нет, он бы себе уже скрафтил этот пояс. Ты че? У него паладинского нету. А почему у него 7 вортексов, и он ходит без этого пояса? И... Ну, хз. Сильвана ГЦ, да? Или... Ну, а кому нам отдавать? У нас больше нету. Сильвана нам ГЦ. Нужно крафтеру отдавать. Так у нас единственный пояс. Сильвана, ты будет ходить с БСом до конца игры, потому что у него молоток. Ля. Это даже лучше, чем ЗСК. Так, и нам надо, короче, вот в этот вот проход. В принципе, можно тут все скипать. Если типа грамотно там ставить. Мне больших птичек надо бить, по-моему. Нет, там можно их скипнуть. Вот, например, вот сейчас ты просто проходишь туда вперед и все. Но мы их будем убивать, потому что первое, нам надо понять, как их убивать. Второе, нам нужен с них лут. Запуливаю. Ни хера тут не видно, в этом углу просто ничего. Ну и она, по сути, большая копия той птички, которую вы только что убивали. Мы стоим просто в этом углу и кайфуем. И не переагриваем! Сука. Мистер Буду Драп. Лох. И ханты там. И... Пиздец, блять. Как вы любите просто хуйней пострадать? Ну ханты, ну не ДПСьте. Ну просто встаньте в угол там, я не знаю. Кайфуй. Как он, зараза, из угла вот тебе? Тут УТФ встает подальше, в него чажется, остальные все в углу стоят. Вот так это работает. Врезать надо. Гудочек, нам тоже надо убить. Но, к сожалению или к счастью, мы этого делать не будем. Ну, не на этом КД, лучше так сказать. Не на этом КД, точно. Сегодня мы хотим полутать Т5 плечи. Желательно, чтобы Т5 плечи на мага выпали. И Навара. Да. Ну, Навара я заберу, если что. Ой, ну, да, понятно. Кто же еще? Кто же сомневался? ГЦ тебя. Что, в натуре, ГЦ, что ли, ты? Да, в натуре, что ли, я. Что-то так новое, вы, да? На меня плечи упадут. Че вы, блядь, выебываетесь? Вот характер. Честное слово, я тебе не хочу давать, потому что ты творишь хуйню в рейдах. Это напрягает больше всего. Дайте сальву по магам, пожалуйста. Каким магам? По одному, который дохнет постоянно. Блядь. В угол встань. Тут причина и следствие, нахуй. Просто я ни хера тут не вижу. Так камеру поймай. Камеру вверх. Мышку зажми и перекрути в другую сторону камеру.
Ну, да. Со спины смотри. Он сбрасывает трит в половину, если что. Поэтому Муть, второй... А что ты делаешь там, блядь? ДПСит. Там он стоит просто, АФКшит где-то со стеной там. Ага, вот сейчас вышел. Ну. Он опять исполняет те же темы, что в Каражане, что ли? То есть пока все чистят трэш, он где-то вала ебет? Да, да, да. Он прям с валом там и стоял только что, я видел. Кас сказал не бить. Кас сказал, встань в угол и не бей, а не в смысле за угол куда-то зайди. Так, а мы всех будем птичек убивать? Ну, нам нужно еще одну, получается. И тогда можно скипнуть. В смысле не бить, блядь? Кас, в смысле бей, бить с руки, а не с лука. Потому что вас чаржиться будет. А там в мире стоите с лука хуярит. Блядь, ты ж весь контент закрывал, ты заебал. Стоял, смотрел. Взял контент и закрыл. Открыл клиент, сказал, ой, ну ее нахуй, и закрыл. И закрыл, да. Вот так и было. Я так тоже закрывал. Ой, вы еще не слышали вчерашних этих мага с шаманом. Там... Ну, ты вообще пропустил весь контент. Это в Каражане было, когда я ушел? Да, не, это когда это, ну, в самом начале делились, когда. Понял, про каких я? Нет, которые я не готовы... Ну, которые... А... Ладно, пидорок. Да. Которые не готовы вайпаться по 3 часа ради шмота. Нихуя себе, какие модные. Ля, я где-то уже слышал эти слова. А что, так можно было? Ну, таких пидорасов чисто на каждом хер. Чисто пропустить стадию, да, вот освоение, там все дела. Угу. Да прийти за шмотом полутать. Все, я понял. Угу. Да, спиздили мой план, блядь. Планы раскрыты. Я не знаю, что может быть прикольнее, чем ФК. Фарм. И лутание шмота. Ну, вон, фармили этот самый. Нексормаз, блядь, и все закончилось у него. Так, ребятки, нам остался последний моб. Но мы, в принципе, ну, умеренный фарм, пойти. Ты понимаешь? А не когда ты 6 лет ходишь в одно и то же. Перебафнемся. Ну, кстати, тех роботов нужно разводить по углам. Да. Они ауешат. Дайте помагам каску туда. Какой-то их низкий рефлект. Окей, посмотрим. Так, сейчас будет звездочка. Я не помню, что она делает, но она не такая жесткая, по идее. Господин Паладин, дай каску помогаем, пожалуйста. Прямого благодаря. Прячьтесь. Ну, ребят. Алло, вы должны это лосать, если что. Если что, его надо бить на монстр НЖ. Это те же самые мобы, которые были в этом. В мехе надо сбивать усиление. Нет, можно просто лосать. Ты захочешь, ну, ты вон. Он через стену тоже пробивает. Такие. Да, что-то у меня как бы не получилось залосать. А, опять через стену убил? Не откинул из плюсов. Не знаю, вот где я стою, где я стою, я вообще не лутаю дамага. Вы, типа... А, просто надо отбегать, короче, от него. Да, да, да. Дальше. Я тоже не получаю дамаг здесь. Нормально, если что-то, где я стою. Ой-ой-ой-ой-ой. Нико, Нейчер, Систем. На Гидрос. Идите, продайте за 100 голды на аут. На Гидрос. Максимальный Nature Resistance.
Готово. Так, колхоз, давай вот это вот крестик ты в той комнате будешь танчить, а я в этой. Я в правый угол, ты в левый угол. А тебя будет хилить Джесс плюс Здравус. Какого танка хилить? Колхозом. В следующую комнату проходите. 3, 2, 1, за пул. Тащи, тащи, колхоз, тащи. Колхоз, дальше, пожалуйста. Дальше от хилов, колхоз. Разверни их. Ладно, так уже встал, нормально должен быть. А, хильте каста. Сори, я тут, блядь, за колхозом сижу, вообще не понимаю, что моб делает. Бьет? Бьет, значит, любит. Да. Такой заманчивый поворот направо. Ну, как бы можно туда пойти, только толку. А поворота на гидроса тебе не хватило, что ли? Да, нормально. Поворот не туда, да. Там прям у нас токийский дрифт, блядь, получился. Прямо пункт назначения. Неуправляемый занос. Колхоз, ровно то же самое. В Харькове так эти трамваи любят дрифтовать. Опа, убежал, убежал, убежал! Что это было? Я ты спрятался от него, конечно. Дайте поставить. Ну, я там типа 5000 есть. Нет, просто сейчас Фарагорсова переагрит. Я и Фарагорсову в этом встрече не вижу. Не знаю. Я скинул 3 ТП. Сейчас будет самый неприятный трэш, ребят. Самый-самый. Так что, нормальные там пачки? Весело же не будет. О, вот ривер. Да. Молодой такой, красивый. Так, Луна бан Герман, Лорданель бан Квадрат. Сейчас я поставлю меточку, печеньку на патруль. И выпуливаем это говно сюда в комнату. Там не кузнец так, гуманоид, его можно зашипать, по идее. А вот этот хуй, на который ты поставил звезду, он, то есть луну, он этот демон. Так это баны. Это баны. А. И череп мы танчим. Ба, бля. Ну хотя. Сейчас посмотрим, куда ходит патруль, потому что я что-то не помню. Инженеров шипать, они усиливают демонов или кого-то там. Выйдите налево все. Давайте. А, ну да, вот есть нормальная комната. Все, давайте тогда сюда. Ты там спулишь 2 пака, если череп спулишь. То они шустро бегают вот эти. А, сейчас маги захексите квадрат луну. Я не знаю только, как ее запулить нормально. Это сначала запуливаешь, а они ближе подошли. Патруль второй, окей, вопросов нет. Сейчас, да, баньте только, когда встанут мобы. Идут назад, пошел обратно. Я вижу, вижу. Очень быстро ходит патруль. Да надо сначала вот этот левый пак убить, но не левый, а вот этот вот. Да не будем мы убивать этот, мы можем вот этот вот
блядь, вот этот. Ну, я на него и пытался тебе показать. Показатель, блядь. Да, ну давай, тяни сюда, вот, на коричневое. Запуливаю. Бананы, хексы. Играем в череп. Хилтов отбегайте. Да, только отходите. А это вроде... А, не, это тот. Сорвали. Ты же видишь, что он кастует эксплозион. Да, бля, буду драпал похуй, я так понял, да? На каждом паке будет умирать. Вообще не следит за тритом абсолютно. Чем Маза не следит за тритом, я не понимаю. Там банти но... этих, как его? Чем? Ребан. Луну банти, алло. Вроде локов дохуя. Сильвана ГЦ. Последний остался тебе. Овечку? Да, сейчас овечку. Эта херня снижает армор довольно сильно. Через сколько выйдет квадрат? Его только что переребанили. Луну только что ребанили, потому что она ушла. Десять, окей. Так, бьем квадрат, правильно? Да, бьем то, что выйдет первым. Вышел квадрат первым, череп поставил на него, играем. Темы не достают. Так? Еще один пояс выпал. Закинс, у тебя такой есть? Да, он нам крафтил его. Да, хорошо. Желающие кожники. Рейд КЦ. Зарабатывай дальше. Нормально уже упало и Вортекс, и РЦ. Рэй, ты вообще понял, как бы оказано тебе высокое доверие? А Сильвана волновался, вон сейчас скоро мы Суси сделаем. Ну, последний, да. Единственное, что он ГП за нее, за последний Вортекс получит. Ну, почему не за все? Ну, она того стоит. Ну, потому что это надо на каждого распределять, это, блядь, неудобно. Запуливаю. Он получит. А буду резали, он опять курить ушел? Скорее всего. Нет, я не резали. 2,5 шмотки. Смотрите, сейчас кастует. Кастует. Мы все будем паки чистить? Да. Их надо все почистить.
Ну погнали, вон левый ебанем дальний. Нет, мы сначала ебанем этот, потому что он точно такой же. Мага. Который мы только что убивали. А потом уже будем чистить новые паки. Где там надо разводить и все такое. Буду драпа ресники, пожалуйста. Да рез от его, блядь, он где-то... Он опять знал, что ли? Похуй. Нет, мы его не резали перед предыдущим. Ребаф его, сальвы и все такое. Приготовились. 3, 2, 1. Хекс, 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 хекс. Отвожу подальше, чтобы могли я уешать. Все, играем. Если вы не хотите отлетать, милики, вон там, типа, под его левой лапой, можно встать. Будете отлетать стеночку. Сильвана, это правая лапа. Луна выбежим. Луну убиваем. Бляха, страшно. Через сколько выйдет? 5, окей. ГЦ Сильвана, и сейчас я тебе скажу, за сколько. Час расплаты. Кстати, он пиздец быстро собрал. Сколько? За неделю? Не, ну 5 мортисов. Один КД. Сейчас, вы мне подскажите, где есть мейнхенды в инстах? На ластах обычно. В инстах? Ну, в рейдах, в смысле. На ластах. Вот Байши, да, например. Да, ну, кстати, можно реально в Санвилле посмотреть, потому что это уровень Санвилла, по сути. Так, что, вон здесь Скайля посмотри. Скайля посмотри. Так. Ну, на... Да. 5 контент, вот Леди Вайши вон. Так ты не меняешь ее никогда, в этом-то и прикол. Ты ее можешь поменять в Теоле в Санвилле. Это не трэш-лут. Хера там урон. Там он, ну, реально большой, хороший. Да, это хороший. Короче, 200 ГП, я думаю, достаточно. Мы за поясада тоже ГП заплатили. И поясам были по 2 мортакса, а тут 5 ему отгрузили. Ну, 2,5 шмотки. Пояса стоит сотку, а это получается... 250. 250. 70 нормально, чё. ГЦ Сильван. ГЦ, блин, это твоё. Это да. Он и прибарахлился, что? Не, ну что, мейнхенд полутал бисовый, все. Идите сюда. Она красивая, смотрите. Сияет. Да, она еще красивая. За красивую еще 50 сверху, ибо не ему. Колхоз, разводим. Погнали. 3, 2, 1. И вы помните, кто со мной? Да, на тебя сейчас 2 приста. Ну, правда, ты как бы просто отведи, и, в принципе, норм все дал. Все, стой, колхоз, не надо далеко. Они же не отталкивают ничего. Они просто вспышку вокруг себя дают. Я, кажется, понял, что тут можно по рефлексу. Отходите. Да.
Короче, вот эту вот атаку надо обязательно рефлектить. Тотемчики. Уже класс. Квадрат. По-моему, да, квадрат быстрее. Да, перебанивали, кстати. Поэтому квадрат, скорее всего. Окей, 10 секунд квадрат. На него поставил череп. Играем. Можете не банить крест, все окей. Подведи его сюда, колхоз. Пускай плевут. Как взрослые дядьки уже. Так, а чё, у нас хила достаточно. Да? Так и есть. А где котик? Пиксель. Какой котик? Котик, котик, Мурчик. Чё, блядь? Крестяной котик Мурчик, где наш? Ты в смысле про блохастое дерево? Хаста дерево, да. Я на замене. Вон оно сидит. Ну, как бы смех смехом, а может быть, ты с замены придешь, если у нас тут будет недобор по хилу. Да, я понял. За место одного из шаманов. А вы, кстати, определили, как тихо он это делает? Тихонько пришел, все. Не, да. Пришел. Приготовились. 3, 2, 1, стоп, флут. Да он побежал, блин. Там овечку-то подхватывайся и перешипать. Подхватил. Ну, если что, станет, она очень хорошо контролируется. Квадрат не баньте. Сейчас добьем трусы. Так, вот луну лучше. А, ну ладно, похуй. А, окей. Дай тинту, пожалуйста. Характер. Так, граждане, я призываю вас сейчас. Так, дайте минуту АФК, пожалуйста. Ладно, ты пока даю... призывай. Ты пока призывай. Даю тебе минуту АФК. Все стоим под боссом и отхиливаем все это дерьмо. Ханты катят сферки, которые прилетают.
принципе, больше ничего не требуется. Из такого вот важного. Фанты знают, что делать? Фрагос? Ты знаешь, летит сверка, съебываться от нее, и все. Угу. Ну, типа, стоять на рендже, чтобы она в меня летела постоянно. В рендже летят эти сверки. Ну. Надо просто бежать. Всегда. В смысле, вообще никогда не останавливаются? Да. Это в зависимости от того, как она будет летать. Да не, ну она же нахуя бегать каждый. Стоишь и ебашишь, пока в тебя не полетела. Полетела, убежал, но типа... Тут. Так дело в том, что сейчас все будут стоять в ногах, и... она будет все время в тебя лететь. Да. Да, ну я понял. Ну я же не один буду, будет три ханта, они будут, ну, встанем по ранжута и все, ну типа... Да, но лететь будет в тебя. Тебя назначили, блядь. Рэдди, чек. Закинс хвосты поотращивал себе. Ты... Модный такой, блядь. Уснуп? Секунду. Валант? А тут? Я доедаю. В группе танков БЛ с пула Пиксель даст. Характер ты должен набирать трит, колхоз ты должен набирать трит. Окей. Ты первый, да, должен быть по триту, правильно? Я первый, колхоз второй, ты желательно третий. Он будет откидывать танка первого, который по агру, и переключаться на второго. И так по кругу. А, ты опять забрал колхоза? Еще не перепрыгивать по триту. Да, потому что ему нужен трит. Напомните, первые три или четыре позиции должны быть по агру? Три позиции. Три. Окей. Нормально, сейчас крылья прожмем, все будет. Пул 5, 4, 3, 2, 1, погнали. Колхоз. Блять, я четвертый, сука. Нет. Нет. Ой, где-то. У меня клиент схлопнулся. О, господи. Так, Моти умер, Фарагос умер. Угу. Короче, я не ожидал, что охуенно большой радиус у нее. Да, у нее очень большой радиус. Поэтому, да, бегать придется постоянно. Ничего страшного, это... Написал, тупо бегайте по кругу. Да, да, да. Ну, блядь, я недооценил, что радиус в натуре ебанутый просто. В общем, неважно. Тут главное, чтобы... Можете БР дать, ну, к примеру. Не-не-не-не, мы сейчас ничего не будем давать. Как минимум, потому что колхоз танчит, и ему нужно набирать 3. Окей, ладно. Таргет это ты оба. Если я покрошу, буду драпом местами поменять, это возможно? Там не сильно. Сейчас или вообще? Ну нет, я просто не знаю, он зайдет, не зайдет в игру. Да меня, блять, просто дисконнектило. А, зашел. А, он тут же отказался, да, не на старте? Ну и тогда кайфуется. Так, Бейлер переагрил, потому что у нас третьего танка нету. Поэтому следите, Химера, пожалуйста. Скинься. Да-да-да, я прожал как раз после. Бля, а как они дренейчиками поставали? Охуели. Там квестовая цепочка. Маску. Пойду за это. Блядь, я тоже хочу. Варданель шаттер, дай. Потому что у нас джесс без маны. Что ты говорит? Тамчик. Все хорошо. Варданель шаттер давал или... А, уже, блядь.
да, без третьего танка тут Габелла в один момент приходит. А третий танк это у нас, я не знаю, кто должен быть, блядь. Второй Ферал, а у нас второго Ферала нету. Пилам, мне кажется, тепло не отхилили сейчас. Пилуаном может же, да? Ну, он вар, ему тогда надо, я не знаю. А, не, сейчас характер будет. После колхоза. Характер, не забудь про жатву. Вы на войне, да? Не, играем пока, посмотрим. До берсы 7 минут. 4 миллиона не хватает. Посмотрим. Давай. Ничего страшного, если умрем, ну, как бы... Не проблема. Характер, это можно похилить. У меня 6 тысяч. Джесс пустой, вайт мэйдж пустой. Угу. Ой. А чё по шабанам? А все, ты уже умер. Да, окей, вопросов нету. Так, значит, нам кого надо поменять? Босса выйдется, народ. Штука. А, просто отойдите. Проход. Он свою-то штуку бросил. Сейчас он вас догонит. Вставайте, бегите. Смысла там резаться нету. Почините только. Заходи, сейчас, скорее всего, возьмем тебя. А я наконец-то набрал, ну, типа, почему? Потому что, типа, я вторые были, правда? Потому что умерли те, кто добирал перед тобой. А, понятно. Вот и все. Хуя, что такое? Он думал, под аспектом бегает. Не пускает? Блядь, это было... Как он пролез в эту... Короче, давайте вот здесь сядем, вот между этими... Пистур. Просто на старте будьте, что вы, блин. Ну, в смысле... Ну, вы поняли, на старте ворот. Не надо характер, туда прям к нему подходить. Характер такой молодец, сел поесть, ебать, эта хуйня пришла с двух рук просто губ нахуй в него. Блять, это так смешно было просто сбоку смотреть, это пиздец, блядь. Так, а что там по валанту и эффективному ХПСу? Полторушка. Слушай, здесь так нужно БЛ и танком сдавать, ну, прям по КД. То есть я сдал БЛ, он закончился, меня... Нужно свапать на другого шамана, и чтобы он давал танкам БЛ. Потому что если, ну, так не делать, мы точно, блядь... Ну, можно просто хастпоты жрать по КД, как я это, да, например, это... делаю. Ну, это здорово, что ты их ешь, но их можно жрать помимо БЛ, понимаешь? Ну да, у нас шаманов тут до хера. Мы по ДПСу, по сути, ну, вот я смотрю, мы проходим по ДПСу. Сейчас мы вайпнулись лишь по той причине, что... Пила не хватает. Ну, а шаман... Нет, я тебе скажу так, что типа, ну, типа, Валант на своем киллионе вообще ничего не хилит. То есть там хилил White Mage, Циля, Здравус. Слушай, хочешь, давай я в хила брать. Чего это ты взял? Нет, стоп, это оверхилинг, извините. А, ладно, Бейлор, ну, понятно. Слушайте, я понимаю, мы такие все хуйные пиздатые. Попытались, да, поддушить, а немножко пытались. Все вместе стоять. Да, все стоят в одном патче. А что нет-то? Все, он так всегда и убивается. Ну, хорошо, да, я умер, потому что... Ну ладно, ты давай, отпорка. У меня было полпроцента, половина столба ХП. Он дал три своих пандарклэпа, и все, и меня сложило. Ну съешь камушек. Это косяк хилов. Окей. Нет, это косяк хилов. Он не должен есть камушки на ХП. Он должен есть камерки на ману. Окей, тогда Здравус давай на замену возьмем Кити. Будет получше с АУЕ хилом. Давайте я его сейчас ребафну импрунтом спиритом. Видите, а то, что у нас 5 хилов, никого не смущает? Да, и слушай, кстати, а ШП что, не с хилами стоит? Нет, он стоит с магами. Маги пусть панки жрут. Аркан маги высохнут примерно... Здесь, на этом боссе срать вообще. Пусть фрост болтами дамажит. Здесь работает, главное, ну, как бы работают хилы и танки. Ну, кстати, да, это лучше. Ну да, если хрен с магами седать, то милики запинают в крайнем случае. Смотрите, тут же можно одним хантом это все катить. Может быть, два ханта там мили будут хуярить? Ну да. Ну, я вообще, да, здесь нет. Вообще два ханта должны водить по-хорошему здесь. Ну, два ханта, это если кто-то из них собирается ДПСить, по идее, в одного ханта все должно, не? Да. Ну, я не скажу больше. Нормальные ханты здесь, когда водят, они успевают еще и по ДПСить. Подамазать, да.
То есть хант здесь косарь, ну, должен выдавать. Если он не выдает, выдает меньше, то это, ну, кривой хант. Ну, это просто хант, который пришел на освоение. Ну, да. Ладно, не страшно. Сейчас Здравуса, типа, говорите, не убирать, да? А, за место кого? За место одного варлока? А если дадут ДКП, то я могу сходить нахуй. И три крита никто не получит. Так, ну князь уже хэст. А, бафы, блядь, еще въебутся. Да, окей, пускай. Да, может, давайте. Смотри, князь, еще князь, князь, смотри, на замену вот давай. Характер станка пачки нафиг не нужен. Характер должен тусоваться с Шибараши. Шибараши ему дает ауру. Да, на 10 домашнюю ауру. Ну давай вот так, господи. И смотри, и запихаем какого-нибудь шамана, который будет давать ему этот СПДшный тотем. Нет, ты так не сможешь сделать. Ну, у тебя не получается. Бафы, хотя бы на ману. Похуй на СПД, что хотя бы на ману был. Ну, не получается у вас так. Нет, так у него же там есть килань. А, ну все. Стас. У меня есть, но я тогда не могу ставить в инфьюри тотем. Тогда воздух, а у тебя вода. Смотри, протпал тусуется не в милишной пачке. Протпал тусуется с СПДшным тотемом. Нет, СПДшный тотем. То, что сейчас не получит ВФ, ну и хер с ним. Тут смысл, я опять говорю, в танках и в хилах. СПД это тоже воздух, то есть либо ВФ, либо 100 СПД. Ладно, сейчас я тогда его вот так... Ну, тогда у тебя, блядь, минус паладин ретрик. Потому что либо я ставлю его к рейду... А хрен с ним, паладин ретрик это тут... саппорт. То же самое, что и фэнк это саппорт. Вы суп слышал, сейчас не будешь ДПСить. Mm-hmm. Да вообще без разницы, он дает крит, он дает 10% дамажки. Я лучше вот так как-то сделаю, нахуй. Он дает бафы, больше он ни зачем не каст, нужен, каст, то же самое. Здраво, заходи в онлайн. Каст, я там пацанам транквил ставлю себе тоже. Да, вы, блядь, там лучше варков. Транквил? Чего, блядь, какой нахуй транквил при сальве? Да, транквил. Ты там говна поели, что ли? Оно же работает вроде. Нет, оно не стакается, блядь. Бля, ну недолго. Метеер, ты что, ёбнутый, что ли? Ну, блядь, хорошо. Ставь 100 СПД. Два шамана в одной пати, вы тоже говна, простите, пожалуйста, поели. Нет, шаманов он сейчас будет перекидывать в танкопачку. Ну, пусть они для начала пока стоят в кастеровской пати, вместо какого-нибудь ханта, блядь, и дает он... Да, подождите, а почему тогда Ордос в танкопачке, нахуй он там, а не характер? Кинь, слушай, кинь вон Химеру к магам. Кинь Фрагосу. Все, стоп-флут. Мы играем сейчас так, как играем. Как я сейчас поставил. Потом что? Уже будем это смотреть. Сейчас хилы высохнут. Сейчас хилы высохнут без шипа. Шипы кидай хилам. Ой, блядь. У нас характер танк же. Да. Почему он не с танками? Да потому что ему нужен СПД-шный тотем, блядь. Да, ему похуй на все остальное. Да мне нужна еще эта аура в Уснупа, вот то, что реально... По-любому работает. Тебе, блядь, нужна своя такая аура, ты заебал. Да нет, это у него характер. У тебя должен быть, блядь, билд. Нет, такой. Этот билд получается просто, ему надо два спека, чтобы второй был не ретрик, а вот этот танк. Потому что 40, у него 21, в любом случае нету сухоретрика. У него шмота нет для этого, как билда. Да у него шмота больше, чем достаточно, поверь. В 20-41, понимаешь, он не может взять вот этот талант, который как ну домашку режет после 30, и он будет еще более ват. Я знаю, о чем ты-то. Магам обязательно надо будет шамана кинуть. Забей, вот. Не для БЛ, а хотя бы для тотема на МП5 и... А, тотема... слушай, шамана по-любому... Нет, рейда кидаем. Рейд им ставит тотем же на крит, на хит. Ну да, как минимум, да, так будет лучше магам. А тогда пачку... тогда Циля пускай ставит в ФП, хила. А хила, да, и... танку. Какого хила? Ну, с Цилю, Цилю. Ну, Циля вон. Как сейчас есть, да. Цилю все, пускай тогда... ставит, а Валан ставит СПДшный тотем. И знаешь, и все, что, вместо довольны. Одного шамана, дай ханта им. Хант будет тоже характеру давать там 3 этих процента урона. Какую-то вы сейчас хуйню творите, вот честно. 3% урона вообще насрать. Он не ДПСит с руки. Это общий урон. Блять, похуй.
Эта лужа не ДПСит. 3% трита с лужи, похуй. Ну, вообще лужа это самый, как бы, основной... Да, вот только там условно у него будет там 1000 плюс 3%. Нам надо больше траев. Да, поэтому погнали, блядь. Че, ханты, давайте я побегаю, а вы в мире там похуярьте с лука. Два ханта должны бегать. Пускай мути и фрагосы побегают, а Закинс по ДПСит. Потому что два ханта сдохло. Блять, радиус я не знал. Ну, давай сейчас с этого. Вот в том-то и дело, хантам надо учиться, поэтому бегайте все сейчас. Закинс умеет, ему не надо. Все, тихо. От вас толку в мире нету. Есть, они дамажат. Они будут, там, блядь, 8 радиус. Да, они с одного метра будут хуяриться. Хорошо, в следующий раз не будет ханта, который умеет бегать, а и будут ханты, которые не умеют бегать. Блять. Пул пошел. Стоп, раз ты без банки. А еще на пуле надо на танка всем фолу ужать, чтобы все бежали в одном стеке. Бля, колхоз. Ресы его быстрее, Кити. Сейчас после АУЕшки. Все, ресы. Ребаф этого, блядь, трака. Догоняй характера. Характер будет следующий танчить. Можно сразу авойдить. Почему? Все хорошо. Колхоз не догонит. Догонит. Ну или я буду, блядь. Сейчас Химера отъедет. Да я ж стою, курю бамбук. Просто в чем прикол, блядь, начинать сразу ДПСить на медведя, блядь, чтобы триагать одним критом и получить поебалу? Просто... Смех. Мы в любом случае сейчас смотрим, как будут высыхать или не высыхать хилы. Не, нормально. Потому что в теории тут можно в два танка. Балант БЛ. Варданель Шаттер. Все, и три танка сейчас в пачке. Заебись. Ну, типа в топ-3. Кити, дай лап. А если я тут тебя перегоню, это... Ничего страшного. Окей. Все хорошо. Там главное просто, чтобы три танка было на откидывание. Все. Дальше похуй. Следующего шамана пихает для БЛ. Целя БЛ. Мне надо отдельную Викауру на Бладбаст сделать. Рейд Бейл. Характера хиль. Я жду.
Блять, это просто невозможно. Ты меня не выхили, блять. Ладно, играем. Резнут? Нечем. А, некому. Понял. Сейчас я перегоню колхоза, тот сможет. Ну да, все, он не наберен. Бля, что смотки в тебя закидывают, что не закидывай, просто типа ваншот. Я стою, хоть по полбоя с ПСП, мне никто до фула не доводит, блять. На меня хуй забили, блядь, хили там, когда ты сказал, блядь, ну одна хилка залетела и все. А я стою просто с половины хп. Так, кто у нас там подохнет сейчас? Химера, Рейд, Лорданель, Бейлор, Тудудрап. Если откинет танк, потому что я не набираю 3. Колхоз Бейлора. Вставай после паунда. Бейлор. Уже сейчас поздно сейчас будет. Yeah. Если я вижу, что буду драп выше тебя, я а я вот тоже вижу, да. Типа мне можно продолжать дамажить? Нет. Я не понимаю, что происходит с стариком. Вы инвиста прожимали? Конечно. А, там прикол просто в том, что когда меня откинет, то он возьмет второго по триту. Второй по триту буду драп, третий колхоз. Буду драп отъедет, колхоз будет танчить. Ну и все нормально. Значит. Еще в каком-то процентном, что ли, соотношении То, что типа процент соотношения, это переагрить. Если плюс 30, то ты переагришь. Это другое. По механике он просто по второму, ну, типа второй по триту получит по ебучке. Сам босс, он там что-то, ну, какая-то... Он сбрасывает трит у мейн танка откидыванием. Типа, ну, типа, танк свап, то, что он, ну... В Викауре показывается. Это полная хрень. Бля, ну со второго трая вообще красавцы. Типа с дополнительным хилом, ну да. Я говорил, надо 6. Ура, блядь, победа на. ГЦ Ордос. ГЦ Ордос. Не добличей, зуга. Что это за тринька? Хиловская. ГЦ хилы. С конкретным МП. Это директ хил. А ШП, это конечно, ШП всегда должен с хилами тусоваться. Буду, ты куда плюсуешь? Желающий. Я плюсую White Mage, блять, на реплику. Да хуй это. Что он ему... Это... Да, ману, да. Желающие. Повешу. Я думал, плечики выпадут. Бистон. Желающие хилы. Ну это хз, на кого? Там, у кого директ? Это на паладина хорошо, на приста хорошо. Это на паладина хорошо. Ну шанс нам получается, что у нас, кто у нас страдает? Это мейн спек, это хиловская тринька. Ну, кстати, монорега много. Она с чайников хорошо прокает. Да-да-да. А с пива нормально прокает? Да, тихо так. Так, маговская химера ГЦ. Циль, ну, короче, возможно, именно на этом серваке. Так-то она. Ты теперь должен спекаться в этого, переделывающего. Блять, по идее, это надо дать характеру. Мало, Т4 плечи мясовая шутка. Что? Т4. Хочу. То, что есть Т4, там танки берут. Т5. Т4. Не, танки таскают Т4 плечи, они потом на Т6 их меняют. У меня это бис, у меня это бис. А ты лучше на Т4 плечах. Это правда, да.
Намного. Окей. Сухила так, это без... ты себе на этого на Энхаса хочешь, Валант хочет на Хила. Хила это без Т5. Без Т5. А Циля? Циля плечи с этого Т5 желающие. Или ты... у него есть они. У него есть, окей. ГЦ Валант. Так... Стоп, Валант, а у тебя что там? У меня предпроходные каражановские вот эти. Проходные. Хуже Т4. Дал брейду лучше, слышь? Почему? Второй кусок будет. И что? А, там все, он хил, да? Валант хил. Рейд и лем. Нет, тогда, конечно, хилу, конечно, отдавай. Мы на Мактеридону. Благодарю. Погнали на Мактеридону. Сейчас идем на Мактеридону. Да. Желающие. Конечно, 16 МП5 я бы себе хоть взял. Блин, там хиловская хуйня. Без ГПшки на успех забрал только если. А так на дис тогда. А что, у нас кировские по ГП, что ли, идут? Да, Т5 по ГП. Все, понял, ладно. Хочешь ты поменяться? Губе не раскатал. Я от вопроса прихуел сразу такая. Ты даже мучил меня, как ты учил? Я даю тебе без это... Бесплатно. Бесплатно, да. Нет, Закинс, 200... блядь, короче, смотри, у нас 50 за килы Т5 контента, 100 за ФК. За ФК 100 я выдал. Вы можете ознакомиться со всеми расценками в RateInfo. 500 за вайши и 750 за келли будет, когда мы ФКшним ее. Нет, ТК... Ну, ТК это тир-5, он не сильно сложнее. Поэтому как-то так. Опаньки, кричалочку-то поменять надо. Да. Цили, даю тебе на потестить без ГП. Идем на Мактеридон, у нас там, в принципе, еще есть часика полтора, я думаю. Да, я не хочу задерживаться до 12. Можно быстрее? На изичок, да. На изичок сейчас. Мы на быстро зашли и вышли. Вот так легко. Да, да, да. Убежал, да? Топ-флут, обменяйте, пожалуйста, свои тировые куски и желательно их быстренько зачарить. Зачарить, да, не забудь. Да, лечу. Сейчас я переделаю Беллар. Одну минуту. Тот, кто Т5 не чарит, тому двойной цик с гвоздями. А у нас вот это КД висит этого, как его, ну вы поняли, короче, типа кого? Подводки. Да? Ну, да, оно недельное. Это вот просто мы что-то... не хотим еще, блядь, пойти говно очиститься. Говно поесть, блядь. Очистить того Идоса, блядь. Так, объясняю. Говно мы едим по пятницам. Сегодня у нас день вкусняшек. Сегодня рыбки. Не забудьте починиться. Да, не забудьте починиться, кто сломает. Кто-то нет, да, кто-то типа Блудрапа там умирал 50 раз, наверное, подряд. Блин, что-то аж сосуд какой-то лопнул в голове. Ой, сука, что-то башка заболела. Да, ну нас там знатно отодрали, конечно. Так нас драли только кони, блядь, насколько я помню. Как сучек. Вообще просто, сука, ебалом по земле вот так я лодили, блядь. Ну, коней мы сколько? Месяца полтора травили? Не знаю, долго. Это вы про Гидроса? Да, да. А я смотрел как порно, типа. Слушай, а в чем у вас была проблема на Гидросе? Вот в пятницу придешь, увидишь. Нахуй от того, что танк постоянно падал. Бля, ну нахуя ты ему этот, как называется вот это, когда рассказывает? Гачи Гидрос включил. Не надо ему спойлерить. Обычно две проблемы у тебя на Гидросе. Это друиды, нет, которые не переходят за танком, ну и, соответственно, ходками переагривают. Да, 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 есть такое. Короче, Истакити. Танк паладин солянка, который был у нас, который держал да. Просто адов и натур адов. Вот у него были проблемы. Да там просто, типа, из-за того, что станили одновременно мобов, они брали и скидывали C4 по удару и получал, например, там 20 тысяч урона. Я бегу чиниться. Ну подожди, смотри, хилы, кстати, они могут хилить, просто их задача перебежать перед этим.
Ну, чтобы босс не ушел обратно через черту. У нас с боссом проблем всегда было не так много. Короче, чисто ады. Угу. А по диру паладину у того что? Все окей. Еще раз говорю, там просто была проблема, что мобы синхронили атаку, 4 моба синхронит атаку, скидывается моментально, и это не отхиливается, это просто ваншот. Грубо говоря, по тебе прилетает в секунду 20 тысяч урона. Не, ну это, да, понятно, там еще беда-то в том, что он натуркой проходит, натурка или фрост проходит. Да это похуй. Не физика. Это похуй. Мы просто выяснили опытным путем, что надо просто траить, и главное, чтобы соединение с интернетом у этого танка было. Понятно. А то у нас там охуительный трай был, 30% у босса, и просто паладин вылетает. Это был киловый трай. Да. Не, ну есть же еще вариант как бы с вилами, это когда не универсальный танк, а просто еще один танк добавляется. Так нет, лучше второго универсального добавить. А блин, от башки пойду приму, сейчас приму. Ты и, добавляешь второго универсального танка, и у тебя два танка танчат двух мобов. И ты кайфуешь с этого. Что у тебя два таунта, две тарелки, две лужи. Один танк ну, посильнее, да, один танк послабее. Ну да, там в идеале пропал за счет таунта, за счет того, что таунт у него, ну, дрэнджовый. Да. Но он за полсекунды нас умирал. Когда его 4 моба били. Там за полсекунды прилетало 15-16 тысяч и, конечно, все. Там заканчивалось обычное упражнение. Да, поэтому надо два танка. Ну, или более лютый. Закинс, у тебя новая прическа, охуенно. Сманите еще разочек, если не тяжело. Талант не успел скинуть. Все, камни вставил, зачарил. Заебитался. Колхоз, ты тут? Он по телефону базарит. Ну что там? Я ездим готов. Так, а на том что? Так, я тут еще 10 секунд, пока я сейчас подойду и буду бафить. Давай. А, на том, видимо, опять сейвит в ласке.
Ты не будешь заполнять Google Doc документ? Или я будет... уже заполнил. А, уже можно ознакомиться, окей. Ознакомься. Ну, у нас еще два бага осталось, если что, для двух шмоток, чтобы потом их распределять уже по хантам. Ну, кстати, поздравим Мордоса, у него full биз тринки. ГЦ. Надолго можно забыть об этом. А Ордосе можно забыть, да? У Буду отвалился интернет, так что мы его не ждем. Кац, ну там Курочкин, меня нету. Буду драпа. У колхоза деловой звонок. Его тоже, видимо, не ждем пока. Охуенно просто деловой звонок. Закинс, да, ты есть, но я не знаю, какие у тебя есть шмотки тир 5, поэтому там пусто. Не-не-не, ты, ну, нам Геридона, нас нету в списке. Меня и Мути. А, блядь, я Геридон еще не заполнил. Вот, я за это спрашиваю, да. А, я сейчас скажу. Так, нам нужен плюс один, этот, князь, давай. Буду ушел. У него отвалился интернет. Надо присоединить князя, да, он в Аргримаре. Чё там подох ему? Ты перетасуешь нормальную группу? Они уже перетасованы. Не, ну вторая там хуйней какой-то пахнет. Бля, ну хорош. Ну говной воняет, ну реально. Вот тебе колхоз и радуйся. Ой, а логи кто-то писал на ТГ? Надо... Да, Джесс, скорее всего, если он еще занимается этой штукой. Джесс, ты писал логи? Надо одну штуку посмотреть. Джесс, ты тут? Сейчас я ради чек провожу и скажу. Я тут, но мне надо минуту, я таланты там раскину. Хорошо, хорошо. Джесса нету, Мути тоже нету почему-то пока что. Так, Гудочек тут, Сильвана тут, Фокус тут, Тортус тут, Хелфорд, Химера тут, Герман тут, Рейд тут, Курочкин тут. А, Курочкина нету, за место Курочкина будет Фрагоса. По сбитию кастов Фокуса нету. А, Фокуса нету. Сейчас. Кто там его может заменить? Фумиликом. Ну, я одну метку буду сам держать, да, целиком на бойсе, который там крест, я буду все кикать косты. Характер ты тут? На других да, еще. Отлично. Да, давай тогда ты кубик понажимаешь на квадратике, окей? Опа! И такая иллюзия. Ну, можно я ливну сразу? Да нормально все будет, че. Характер. Так вы не кричите, типа, нажимаем, блядь, вот эту хуйню, ладно? Так я ору, жмем. Все, нет, все, респект, если ты орешь... И, все, блядь, я... жми и все. Я же жал, ты ребят там заменял до этого, все было ок. И жми и все. Че ты там, блядь? Давай это. Мама, роди меня обратно. Характер, ты нажмешь на квадратик, и такая музыка органная на фоне заиграла сразу. А, так, нам на черепе кто-то... А, ну, рейд позбивает, ладно. Я думаю, один, плюс я еще буду. Сливана, Гудочек на квадрате. Так, по поводу кубов. Первая группа, череп, Фрагоса, Закинс. Ну, типа, первая связка. Крест, Герман, рейд, луна, Хелфорд, Химера, квадрат, Сильвана, характер, трусы, Гудочек, Кордос.
все, кто не воспринимает на слух, а хотят посмотреть, как это будет визуально, кидаю ссылочку на Google Doc. Череп вход, ёпта. Спасибо, спасибо. Я это ценю. И смотрим в Дискорде, я тегнул всех Raid Info, там чуть-чуть вверх поднимитесь, Гидра ТБЦ, это то, где вы должны будете смотреть. Как раз проходите вперед, патруль подошел, сейчас патруль проходит, мы пулим пак. Сильван, ты скрафтил себе пушечку? Или ты еще пока не стал? Пока не стал. У-у-у, позорник. Ну да, кстати, могу... Толкинет, блядь, в мире пари. 3, 2, 1, характер за пул. Сводим. Напоминаю, там киньте танги. Койл, выводим. Выводим наверх. Характер. Ну, наверх, ёп. Маздисп. Хильните. Все нормально, там у тебя 50%. Вот после такого я обычно и падаю нахуй. Ну ты орешь, бля, хули вы, блядь. Хули вы эти шмотки кинули, блядь. Характер, характер. Я более чем уверен, что я вниз спускаемся. Я сяду на твоего паладина, и я не буду дохнуть. Когда ты сядешь на его паладина и заставишь всех трех хилов тебя хилить, блядь, вот тогда будет все заебись. А не так, что по пол, блядь, боя ты стоишь с пол хп, блядь. Он тебе на плечики сядет, блядь. Ничего не знаю, грязная инсинуация. Сейчас патруль идет, правильно? Да, мы ждем патруля, который пойдет справа. Он сейчас на входе у босса. Характер сядет на твоего вара, будет падать, и ты будешь на него орать. Напихали шмоток, блядь! Пиздец, и падает нахуй все время. Вот, блядь, набрал шмоток, да? Да, блин. Ну, как бы смех смехом, но так и есть. Что, набрал шмоток? Нет, что он сядет на моего вара и будет падать. А, друиды, перелапайте лапку, пожалуйста. Спасибо. Да я думал, что мы полчаса не будем жить. А вы, сударь, просто источаете... Оптимист? Лучи оптимизма, да. Охуенно, если в конце еще сказал Аллах Акбар. Ну вообще, да, это же не Гидрос, поэтому все должно быть ок. А мы выводим наверх или там? Да, 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 наверх. Характер. Можешь чуть-чуть назад отойти, блядь. Назад. Ну ладно. У этого паладина остальные яйца, блядь. Ну, у этого паладина луна скостовала. А как ее, блядь, утрапнут? Не знаю, бери эту тарелку из лича, твоя цель убежала. Вот тарелка из лича дает сало. Да, заебись. Просто сало на тарелке это охренительная тема. И в реале, и в игре. Га-га-га-га-га. Что-то люди перестали умирать. Удивительно даже. Ну подожди немного. Сейчас все будет. Надо срочно кого-то в жертву. Характера в жертву надо, блядь. Может просто шмот? Это легко. Бля, рейду вроде нихера не дают шмоток, весь в эпиках, пиздец. Да я тебе говорю, запуливай характер. У меня за арену дохуя. Все, стоим на месте.
Mass Dispel. Характер, ну сведи ты, ну чё стоишь-то? Давай, вот. А, по-братски, ну сведи. Ну. Ой, все. Отпивайте. Че, пуляю? Погнали. Ну там же стоим, да? Или да, прям туда спустимся. Бля, характер, ну ёбана. Давай. Тарелку завязал? Да, там не успеваешь, блядь. Пока подбегаешь, mm-hmm. как только доступный карт. Надо было тарелку и бежать к ним. Ладно, короче, характер. Тут, мне кажется, реально надо просто переделать себе пил. Немножко на другой. Типа без тарелки который? Да. Yeah. На некоторых боссах тебе тарелка нужна, на трэш. На некоторых вообще не нужна. И вот тебе надо просто типа два билда сделать под рейды. Типа ты будешь жрать с пола, блядь. Ты будешь 40 голды в любом случае типа тратить на неделю. С учетом того, что ты все равно не респекаешься в ретрика, чтобы что-то пофармить, что-то пройти. Я вот это набрал на ретрика. Шмоток ты набрал, а толку-то с этого? Ну так я уже готов. Да, ему руны все равно надо фармить. Как... Ну, я знаю. Да руны фармится и так, все похуй. Ну тогда и похуй. Вас. Микрозаймы, да, 140 голды в неделю, Сережа, там это. Это микрозайм наступил, блядь. Заебался отдавать. Через неделю 4 косаря. Вот понимаете, типа, ему еще на микрозайм надо. Накопить, блядь. Не-не-не, ему надо еще 2500 голды, чтобы вы понимали. 2500 голды ему надо. Чего? Я, кстати, как раз не уверен, что если я сейчас поменяю эту тринку на ту, типа, будет все охуенно. Мне кажется, у меня... У тебя будет плюс 500 хп, и каждый удар, который ты делаешь, дает тебе 95-115, да, и умноженное на... Не наберется авойденс, можешь не набраться. Я там эсэсики какие-то, нет? Смотрите там табличку. Надо еще смоток срочно, да. Дайте лак. Фулл ребаф, пожалуйста. Фулл ребаф сейчас. А, по поводу хила. Не, ему это нафиг пока что не надо. Оно пойдет ШП в приоре. Потом оно пойдет танку. Ну, в смысле паладин. Потому что ШП ее реализует лучше, чем характер в данном случае. Потому что пока что ему хотя бы надо нафармить за баджики. А потом уже это лутать. Я знаю, Пикси. Так, по хилам. Давайте на мне садится Джесс плюс White Mage. Здравус. Здравус, давай вместе с Китти на характере. На колхозе у нас пускай будет Циля плюс Киля. То есть Валан. Проходим вперед. По позициям. По СС-ам? Я на тебя луну напуливаю. Трусы. Я луну всегда беру. Мути напуливаешь на колхоза квадрат. Закинс напуливаешь крест на характера. Характер начинается с черепа. Скажешь, так. Когда БЛ? Да, БЛ я скажу, когда. И БЛ, ну, хотя тут что у нас? А, ну, нормально у нас по БЛу. Так, сейчас. По ССам. Герман СС на Джеза. Лорданель СС на Вайтмейджа. Батчер. Бати на котик. На Китти. На Китти. Я на Джеза закинул уже этот.
Угу, все. Ready check на пул. Князь? Говорю, на джелл закинулся. Прекрасно, подтверди, что ты тут. Ты уже перекинули там все. Два человека без меня. Пол 10. Кискесе, бучер без еды. Характера хильте и не уроните, пожалуйста. Роки, по идее, распределились. Кто что банит? Да, у вас сейчас не 4, а 3, поэтому смотрите там с сферами. Бейлы, 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 ребят. Колхоз, я луну беру. Раз, сначала два, убиваем луну, сначала убиваем луну. Я кикаю треугольник. Раз, два, три. Фаза 15. Закинс дэш на пол на меня на с Мактеридоном. Хилы, назначенные на Костеллума, продолжают хилить Костеллума. Никого другого. На моба. Отлично. Смотрите, скоро будет квака. Квака. Мобов убрали. Моб умер. Все, занимайте позиции, скоро властного. Сильвана, ты на квадрате первый, после Сильвана характер. Да-да. Сильвана, я тебя не вижу у квадрата. Все, вижу, отлично. Клик-клик-клик-клик-клик. Молодцы. Квака. Характер приготовился. Не вставай внутрь, просто стой рядом. Да, да, можешь... это твою команду, короче. Да. Готовимся. Клик-клик-клик-клик-клик. Гудок, да, и деморал. У тебя он импровнутый. Квака. Какая сука, я только прожимку прожал.
Иван, сейчас твоя очередь будет кликать. Миссы дайте, конты. Бегите к кубикам. Готовьтесь кликать. Сильван. Клик. Бейлора похилить. Квак. Бля, Сильвана попал. Я в огне по центру, пизд. Похильте Ордуса. Он кликает кубик. На сколько он? На 30? Да. Все. Главное просто не это, не проебаться с этим. Новая 10. Кубиком бегите. Готовьтесь кликать и ждите команды. Клик. Стоп, фулл депос. Надо подождать кваку. Отлично, квак, и после этого потолок будет падать. Да, давайте переводим. Там немножко будет с областного. Хотя не, вроде должно быть общее. Потолок падает. Теперь смотрите под ноги. И смотрите под мои ноги, потому что я ничего не вижу под собой. Это плохо. Нова 10. Левая лапа, уйдите, милик. Готовьтесь кликать, да, подходите. Характер АБР. Клик. Германа убило. Герман что-то кликает. Крестик, да? Да. Батчер, иди туда. Нет, так на крестик. А, типа похилить? Ну, камни были, надо было бежать. Ну, ГЦ вы просто вайпнули. Типа, а Хоска можешь забрать, алло? Нет, он не может забрать. Мы не добьем это дерьмо? Нет, вы не добьете это дерьмо, ложитесь. А, лучше ты сдохнешь и встанешь по СС-у, чем ты уронишь танка и вайпнешь. Джесс, ну серьезно. Встали, побежали. Я что, один тебя хилил, что ли? Ну, в любом случае. Типа, по мне заехало 5, отхилило Prayer of Medding на 1000. То есть 0 хила. Потом в меня влетела десятка. Я думал, колхоз танчит. Чего он не мог сразу забрать? Он не может забрать. Он не таунтится, этот босс. Если бы он таунтился, было бы охуенно. Ладно, ничего страшного. Сейчас встаем, убиваем. Просто нам еще раз все повторить. Сейчас СС-ов нету и БР-ов тоже. Не уроните танк и прожмите коробочки. Все хорошо. Ты тоже можешь резать, если что. А, блядь, ты ебаный друид. Да, он не может только резать. Бесполезная хуйня для лича, я понял. Отъебись.
Я хотел уточнить, я правильно понимаю, что кликать нужно в момент когда, того, когда он кастует? Когда у него... В момент, когда я ору. А. Когда средина каста, да. Характер, ты совершенно верно, как верно сказал. Блин, там после же в двуэме все есть, характер. Каст, в момент как раз орет. Он же там, типа, Мактеридон, или смотришь на него, Мактеридон начал кастовать. Типа, а, да, я так делаю, я просто заметил такую хуйню, что вы что-то говорили и все такое, я такой, ну, ага, все ясно. Ты, блядь, облезнул просто на пятерку, я ебал. Вся тактика в мире. Тебе бы, блядь, тактики писать, гайды там всякие, блядь. Кстати, Харти, подумай над этим. Как там... надо делать, пацаны? Не, ну вы что-то говорили, тактики там, что-то... Ай-яй, нажал. Все, блядь, прям. Тактику на войда ты точно, блядь, сделаешь. Не, ну, кстати, Войт оказался вообще дерьмом. Даже с учетом того, что у нас там характер и умер, и трит набрать не может. Колхоз сразу от кижа, прям на пуле, считай. Да. Когда зарешал у хилов. Шо вагон? Бактеридон тоже сейчас мог. Что я умер, я же потом набрал трит. Ну ты зачем вообще просто, типа, влетаешь? В чем смысл? Ты умер, блядь? Гениальная отмаза. Действительно, действительно. Да не отмаза, ну да, нажал мангу. Ну так, решил там, типа, пощекотать очко мобу. Все нормально, потом набрал. Пенек сел, кнопку нажал. Исправился, что? Бля, колхоз, ну серьезно, типа, решил пощекотать очко мобу манглом и что-то такой. Мобу не понравилось, он тебя убил. Да что-то он 13к уебал, а у меня 20к попробовал. Как ты тогда умер сразу? Поткнулся? Тебе подножку подставил, и ты такой, опа, что-то не пошло. У Максимидона, кстати, тоже были все шансы дерьмом сейчас оказаться, но мы не позволили, блядь, этому произойти. Нельзя просто так прийти и не вайпаться. Да, не получилось. Не фартануло. Кто-то нам с горочкой зачерпнул ложечку. Да. Ушки одевай. А, да-да-да-да. Я вот смотрю на колхоза, стал на человека похож, а руки не выправил. Ну как так? Это ты бесишься, что весь рейд для меня не до чего доебаться, и тут нашел какой-то макромомент. Вот именно, что макромомент. Колхоз макро — это большой, микро — это маленький. Бля, я такую шутку охуенно сейчас придумал, ебать, блядь, нельзя ее. А все рвут, хотя не сказал ход. Смешно. Так в этом и шутка. Все, короче, просто дымово расчехлили. Ой, ладно, не могу. Бля, колхоз, объясни, пожалуйста, а как у тебя ХП в медведе меньше, чем у меня? Стесняется. Почему меньше-то? Чего ты взял? Ну, давай вот, типа, в медведя бахнись. 19.36, у меня 18.77. У тебя должно быть 1005 больше, смысле, чем у меня. В смысле, ну ты где ты, не на 50 стамины? Ничего, 1000 хп? Все нормально. Ну, я тоже 2-3 не одену. Сколько у меня было? Не, ну подожди, как это у него меньше? У него получается больше? Больше, но это мало. Должно быть больше на побольше. С медведем. Больше на побольше. Ладно, ready check на пул и давай. Слушайте, это ебаться называют. Разрешаю. Ну, ты сказал, что он не сможет, блядь, видишь. Выснул. Я тут кушал. 10:30. Тут как будто бафов мало, или мне кажется? Не знаю. На мне голем. Бейлы. Бейл, смотри осторожно с тритом. Голем на мне. Ага, все.
Голем вышел из бана. Если ножом. Их убрали. Ну, отлично. Так, я луну на раз, два, три. Раз, два, три. Забрал. Хилы. Мамок добили. Отлично. О, вы докваки добили. Молодцы. Да-да-да. Поклака. Смотрите, осторожно, там прям под боссом этот огонь. Прям под правой лапой. Я там прям осторожнее будьте, милики. Так, встали по позициям. Сильвана, не вижу тебя на квадрате. А, все, увидел. А, почему в питоне 52 тысячи трита и у ССК? Клик-клик-клик-клик-клик. Какая-то. Похуй на питоне, ты ори там. А, сори, я отвлекся. Плака. Эй, похилите меня, пожалуйста. Я в огне. Хелфика похилить. Ну, опять. К кубикам идите. Заткнись, Рейд. Готовьтесь кликать. Клик-клик-клик-клик-клик. Миссы. Ханты. Квака. Блять, я опять в огне. Похильте хелфика. Корп. Бегите к кубикам. Готовьтесь кликать. Сильвана, сейчас ты. Клик-клик-клик-клик-клик. Фэри Файр. Квака. Да ты пидорас, блин. Ничего страшного. Воду? Бегите к кубикам. Готовьтесь кликать. Клик-клик-клик-клик-клик.
Квака. После Кваки надо очень быстро перевести, ребят. Давайте, давайте, поднажмите. Прожмите бурсты. Отлично. Потолок падает. Новый 10. Не-не-не, там чуть-чуть будет сбит. Отхильте. Скилл меня. Смотрите за потолком. Ну, за землей, точнее. Готовьтесь. Подходите и готовьтесь, ждите. Далеко не отходите. Клик-клик-клик-клик-клик. Отлично, вы даже можете немножко подержать. Ладно, не подержали, пофиг. Смотрите за потолком. Это Квакка. Нова 10. Подходите к кубикам. Смотрите только осторожно за потолком и землей. Готовьтесь кликать. Нажать надо обязательно. Ждите команды. Клик-клик-клик-клик-клик-клик-клик. Все, убили. Молодцы. Ну, сука. Ура, блядь! Это успех. Ну, это успех, действительно. Хиловский о, щит. Герман, Герман должен быть доволен, я уверен, блядь. Паладин, рога, шаман. Надо паладину мне все, надо. Все пять кусков или нет? У меня пузо там в этом вот стоит. В листе. Да, тело, честно, тело. Ротпалу нужен по-любому. Не-не, Т4 лучше вот этого панзара. Гудок ставлю в стороне. Дальше желающие. Спасибо. Плюс. Это Т4 или Т5 кусок? Это Т4. Т5 это без ГП, еще желающие есть, кроме Германа. Хантер. А, ну Макварлок, все, держи, Герман. Дальше. На голову. Да, это за ГП. Башка, желающий есть? За ГПшку. Ты никому за ГП такое не насыпешь. Оффспеки. Желающие без ГП на оффспек. Это паладины таскали до того, как инженерская появилась. Характер ГЦ. Бля, ты сегодня взял другую бошку. Две головы, два, кстати, у меня две головы. Ну, щит, кроме меня, да, вообще так... никому не нужен. Но то есть это нет. Башка лучше. Ну, это башка реально лучше. Ну, там какая-то хуйня, да, я понял, смотрел. А тут щит желающий. Уже... Нет, скорее всего, там просто таймер вытек. Мы же больше двух часов-то. Киллиан, Шибараши, успех.